Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Вечер романсов». Музыка исполнения Самойла Пармоновича из цикла «Ожившая поэзия». Роскошный вечер, свечи зажигаю, портрет ваш рядом для стихов о любовь. Я вам романсы новые читаю. Песни буду я читать потом. Читаю третий трепетный, изящный. Вы не ответите, а вы не в ответ. Явился бы ваш голос настоящий и стал бы честью для моей судьбы. Роман шестой, седьмой, роман десятый роняет свечи, слезы, я в тоске. Последний мой вчера распятый дрожит в моей взволнованной руке. Он о разлуке не для нас все строки. Я отправляю этот лист камин. Горит сюжет коварный, жестокий. Он лишь один такой, он лишь один. Пишу я новый, свечи догораю. Молчит портрет, он не ответит мне. В окна радостно сияю, такой благословенной тишине. Пишу я новый, свечи догораю. Молчит портрет, он не ответит мне. Звезды в окна радостно сияют в такой благословенной тишине. Роскошный вечер, свечи зажигаю, портрет ваш рядом для стихов о любовь. Я вам романсы новые читаю, а песни буду я читать потом. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Пармонович, музыкальная композиция «Экспромт», «Вечер романсов», стихи Вероны Шумиловой.